Стоит он на 22 год около 30 тысяч вместе с датчиком давления, там получается 27 тысяч. Очень прошу вас рекомендации по выбору бюджетного частотного преобразователя для киловаттного насоса. Грюндфосс просто не по карману. О, отлично. Вот это хороший вопрос. Я люблю такие вопросы. Прям как это, как вот знал человек. Сейчас я расскажу. Зашлите мне образец. Вот мы одно время ставили, и сейчас продолжаем ставить вот такой частотник. Его выпускает как бы якобы в Екатеринбурге Эрмендайзер. Такая замечательная фирма, но это чистой воды Китай. Вот, ничего тут особенно такого нету. Частотник хороший, показал себя хорошо. Вот, стоит он на 22 год около 30 тысяч вместе с датчиком давления, там получается 27 тысяч. Они бывают на 1,5 киловатта, тут здесь даже написано. Сейчас точно найду. Найду, что-то не нахожу. Ладно, сейчас. Так. О, они бывают на 0,75, ни разу не видел. 1,1 киловатт, 1,5 и 2,2. Вот у нас встречаются 1,5, 2,2 только. Идея в чем? Что точно такой же частотник, один из заказчиков у нас заказал на AliExpress ровно в 2 раза дешевле. Точно самое. Это чистой воды Китай, на которой наклеено Эрмендайзер. Все. Вы тем же успехом вот эту вещь можете приобрести на AliExpress за полцены. А с этого месяца, то есть сейчас октябрь 22 года, точно такие же частотники, как не то, появятся в Беламосе. По цене, по очень привлекательной цене будут. То есть они вот-вот должны приехать. То есть мы постепенно с этих вот частотников переключаемся на беламосские. То есть ответ нашему подписчику, что либо на AliExpress, либо ждет Беламос, где-то к ноябрю 22 года уже будет торговаться. Thank you.